Всем привет, с вами Катя. Сегодня я буду... Это вторая часть нашей игры. Только эта часть закончится быстро. Мы где-то покушают, ляжут. Типа вот все. Так, так. Так, нам нужно найти нашу готовую, та, которая готовит еду. Так, Анжела, иди готовь кушать. Значит, она, детки, она будет готовить. Киш. Пусть она приготовит киш. Вот сколько тут она приготовила, мало. Так, значит, ты у нас кто ж? Так. Приглашаем людей за стол. Так. Все они будут кушать первым. О. Должен поесть. Так, по-быстрому. Это оказалось не так уже просто. Ой. Это мы поставим сюда, пожалуй. Второй лифт. Три человека едят. Пригласи за стол. Все, они наконец-то едят. Сейчас кушать вместе, да-да-да. И учителей, два учителя едят, и повар ест. Все правильно. Думаешь,
Так. Скриньку зовнішністю не обманеш. Вона відчує обман. Що ж ти зробиш? Зроблю так, що охоронниця сама її відкриє. Унизі прокатів нічого нема. Так. Скриньку не знаходить. Едят, едят. Хорошо, все едят. Значит, у нас дома 10 в этом доме. Ты что? Ты же ведьмак? Нет, вен ценгер. Дух истории. Здесь счастливым финалом. Кстати, так складно. Я знаю, все это важко зрозуміти. Але це твоє призначення. Нет. Моє призначення – вивчитися у коледжі, гуляти з друзями, розважатися на вечірках. Не лякайся, гарну тетю. О, Господи. Дети, дети, баю-бай, в деточки засыпай. Дети, дети, баю-бай, в деточки засыпай. Ой. Баю-баю-баю-бай, ты, малышка, засыпай. Баю-баю-баю-баю-бай, ты, малявка, засыпай. Засыпай-бой. Оксанечка, что ты делаешь вот тут? Ты же наложиться банькать. Девочки, спать. Мальчики, спать. Быстро. Дети, дети, спать, спать, спать. Дети, дети, спать, спать, спать. Спать, 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 Девочки спят, мальчики спят, девочки, мальчики спят. Дети, малыши, и коротыши. И карап. Ну ладно, всем пока-пока. Приятного просмотра.